Турецкая полиция распространила новые видеокадры, проливающие свет на обстоятельства убийства криминального авторитета Надира Салифова. Напомним, что в ночь на 20 августа в Анталье в пятизвездочном отеле в Сёрикском районе двумя выстрелами в голову был убит азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов. Убийцей Надира Салифова стал другой криминальный авторитет из Азербайджана – Хагани Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский. Одна из обнародованных видеозаписей была изъята с камеры наблюдения у входа в спа-зону отеля 19 августа в 16 часов 48 минут. На кадрах видно, как Лоту Гули проходит по отделанному коричневым мрамором коридору в окружении трех телохранителей. Вор в законе одет в синие шорты и белую футболку. Две другие видеозаписи сделаны в полночь 20 августа. На кадры попал убегающий после убийства вора в законе Хагани Зейналов, которого пытается догнать телохранитель Лоту Гули с двумя пистолетами в руках. Если внимательно всмотреться, то можно увидеть, что в день убийства у Хагани Зейналова были длинные волосы. Детальное описание интерьера отеля, одежды Лоту Гули, прически Хагани Зейналова приведены здесь не случайно. Дело в том, что спустя всего несколько часов после убийства Лоту Гули в социальных сетях было распространено видео, где убийца Хагани Зейналов идет вслед за вором в законе. Видео было снято в коридоре отеля, по которому идут Лоту Гули и Хагани Зейналов. На этих кадрах Лоту Гули одет в черную футболку, найки и белые шорты, а у Хагани Зейналова можно заметить более короткую прическу. Тогда многие СМИ трактовали это видео как своеобразный отчет Хагани Зейналова заказчикам убийства Лоту Гули. Мол, убийца за несколько часов уведомляет их о том, что он готов к убийству или ждет сигнала. Но теперь с уверенностью можно сказать, что Хагани Зейналов снял это видео задолго до убийства Лоту Гули и совершенно в другом отеле. Новые видеокадры, распространенные турецкой полицией, порождают еще больше вопросов. Кто распространил нашумевшее видео Хагани Зейналова спустя несколько часов после убийства Лоту Гули? Если это были заказчики убийства, то зачем им выдавать старое видео, заснятое в день убийства? Могли ли они это сделать, чтобы замести следы убийства? А может, заказчики преступления тем самым пытались скрыть внешность Хагани Зейналова и тем самым помочь ему поскорее скрыться с места преступления? Поскольку видео появилось в сети сразу же после убийства Надира Салифова, ответы на эти и многие другие вопросы придется дать турецким криминалистам.